Имеет ли смысл продолжение уличных протестов? Ну, я думаю, что может быть. Главное, чтобы не перерастало в какие-то такие большие стычки и все. А так, может быть, какие-нибудь митинги могут быть. В принципе, ничего страшного в этом нет. Народ должен свое слово говорить. Я считаю это бесполезным, потому что нету смысла препятствовать тому, что сейчас есть. Потому что изменить закон невозможно, и противодействовать власти сейчас бессмысленно. Есть какой-то смысл, потому что так или иначе, если, к примеру, мы молчим, то власть считает, ну да, типа все окей, ну что, люди молчат. Вот просто про ситуацию с Иваном Глотновым, если бы никто не вышел в его поддержку, его бы не отпустили, но это логично, да? Все-таки народ должен показывать свои возмущения и свои, как бы, недовольства по отношению к власти. К примеру, в Европе же это абсолютно нормально, если выйдут митингующие, их никто там не будет задерживать, но так или иначе они покажут свое мнение, они покажут свое отношение к тому или иному случаю. Лучше всего действовать из внутренних каких-то побуждений. Если люди выходят из внутренних побуждений, ну, наверное, это имеет смысл, безусловно. Мне кажется, что власть боится. Боится, и это даже не просто боязнь, это агония. Они не знают, что делать, они не знают, как это контролировать. В общем, старики боятся молодых, ничего не меняется. Смениться несколько поколений, мне кажется, должно для этого. Лет через 20, возможно, это будет иметь какой-то смысл, сейчас вряд ли. Что только так власть поймет, что есть какое-то слово, позиция общества. Соответственно, то, что показали предыдущие мероприятия, показывает, что даже организованная подготовка полиции не помогает. И люди организовываются сами гораздо лучше, эффективнее. Те лозунги, которые они озвучивают, они все-таки уходят и посылают какой-то месседж во власти. Будет получена обратная связь. Мы видим, что по делу Голунова были определенные подвижки, достигнут эффект, который был необходим. Соответственно, только так можно двигаться вперед, иначе пассивная позиция приведет к полному авторитарному контролю и невозможности реализовывать свои права.